Всем привет! За эту короткую неделю не успели устать, но мы-то знаем, что отдых никогда не будет лишним. Сейчас предложу вам программу из ярких событий в Самаре. Воскресный вечер предлагаю посвятить театру. На сцене Самарской площади «Кроткая» по Достоевскому. Спектакль о любви и о том, как люди порой не умеют слышать друг друга. О том, что у каждого есть свои внутренние законы и часто не так-то просто найти точки соприкосновения. При этом, как часто забывается, что наше солнце в любой момент может погаснуть. В художественном музее открылась выставка самарского художника и мольера Дины Богусоновой «По направлению к свету». В творчестве автор предпочитает работать сериями. В экспозицию этой выставки вошли работы из трех серий. Одна из них – «Свитки и письма Земли». Сквозь цвет проявляются человеческие фигуры. Эти произведения дарят не просто эстетическое наслаждение, но и заставляют размышлять, вызывая ассоциации. Сразу несколько сюрпризов приготовили в эту субботу в историческом парке «Россия. Моя история». На площадке перед входом пройдет мартовский фестиваль. Зрители смогут окунуться в мир историко-бытового танца и увидеть номера в исполнении танцевальных коллективов. После чего гостям предлагают пройти мастер-класс по валянию «Шерстяная роза» от организаторов новой выставки «Валяные чудеса» Татьяны и Виктора Скляр. На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока. We'll be right back.